Акционерное общество «Астан Киномедиа» при финансовой поддержке кинокомпании СТВ и кинокомпании «Глипром» фильм представляет. Сериал 90-е, вторая серия. Итак, и вот осталось август 1984 года. Должна сказать, что я отслужил свое время. Теперь мне нужно было ехать в свою родную Москву. А позже нужно было ехать собрать урожай в свою дачу, на своей даче в Подмосковье. Собрал. Но сейчас теперь сентябрь. Но я до сих пор молодежный. Время еще летит. Эх, пришло время полюбоваться закатом. И поехать на дачу. Итак, я нахожусь около своей дачи, находясь за моей спиной. На самом деле, меня просто оператор подставил меня около этого дома. Потому что так все сказал сценарист. Не буду закручивать резину, пойду туда. День спустя. Так. Итак, ноябрь. После этого я немножечко отдохну. Потом позавтракал. Но до сих пор сентябрь. Мне нужно здесь немножко побыть. Хотя бы одну недельку. А потом уже в Москву. На даче у Глеба. Итак. Я захожу на чердаке на своей даче. Теперь буду решать, что туда складывать. Но пока об этом потом. Нужно будет ехать в Москву. Нужно будет ехать в ближайший город. Но об этом потом. Кстати, взглянул соседей и кое-что взял у них. Сейчас я вам кое-что продемонстрирую. Я взял у них стол. Я еще прихватил свой стул, но его пока не видно. И вот кое-что еще взял. Однажды у соседей был этот компьютер. 2000 года выпуска. Через год они поставили XP. Сказали, что XP еще там остался. Они не стали менять его. Так что это еще пока осталось. Так что приходится мне ехать в ближайший городок, купить принтер цветной и черно-белый. Ну, об этом я пока займусь в следующей серии. Пойду дальше. 2 минуты спустя. Кстати, я просто проговорился насчет XP. Сейчас только 1984 год. Windows еще, Шинде еще не было. А там сейчас просто MS-DOS. Ничего, пройдет 2 года, вот тогда и будет шинда. А пока просто MS-DOS. И этот компьютер 80-го года выпуска. Ну там был Mac, а потом его убрали. И теперь там просто MS-DOS. Пока еще нет шинды, я пошел, надо будет покупать приставку. Ну об этом я займусь в следующей серии, а пока я займусь декором. Отлично, теперь у меня есть освещение. Но это пока маловато. Нужно больше мебели. А потом я займусь с главной частью моего дома. Вот у меня есть шкаф. Пока я ничего не положил. Надо будет сходить к соседям и что-нибудь взять у них. Или сходить в дом заброшенный. Может там что-нибудь осталось? Эх! Пойду туда. Минуту спустя. Так, я пошел. Продолжение следует.